Цифра владельца этого имени, число 3, является первым числом в так называемом главном числовом ряду от 3 до 9. Люди с таким именем привлекают внимание своими творческими дарованиями, их личное обаяние открывает перед ними все двери, закрытые для остальных. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Ю» в этом имени дает гибкость мышления. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Люди с таким именем являются известными весельчаками, притягивающими развлекателями. На слух звук «Ю» в этом имени воспринимается неоднозначно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.